Уже в мае в Иваново доставят 5 новеньких троллейбусов уфимского трамвайно-троллейбусного завода марки «Горожанин». Пока же предприятие безвозмездно прислало городу во временное пользование аналогичное транспортное средство, чтобы водители и механики уже сейчас могли начать осваивать это чудо техники. А у нас есть возможность увидеть, как будет выглядеть новое поколение ивановских троллейбусов и какими будет обладать преимуществами. Отличается этот рогатый от своих предшественников тем, что он низкопольный и оборудован пандусами для маломобильных групп населения. Есть и другие опции, которые будут полезны и пассажирам, и работникам троллейбуса. Во-первых, троллейбус оснащен асинхронным двигателем. Это очень надежное вид двигателей. Во-вторых, это электронная система управления. В-третьих, что заметят все наши пассажиры, это низкий уровень пола на всем протяжении салона. Система видеонаблюдения, установка – это требование по безопасности. Троллейбус оборудован аккумуляторными батареями, которые им позволяют ему не менее 500 метров проезжать без контактной сети, что позволит троллейбусу объезжать сторонние ДТП.